Привет, Костя и Макс, я вам бросаю вызов. Он связан с лаптой. Так, нам нужна бита, бита для лапты и арабский обычный мячик. Ничем он не отличается. Ну что ж, давайте приступим к выполнению задания. Нужно сделать такую, как бы, обычную, можно сказать, комбинацию, но суть вызова вы должны выполнить. Раз, два, три, четыре, пять. Потом пять раз накатить. Короче, пять раз накатить, еще раз, раз, два, три, четыре, пять. И потом на шестой раз лаптой же отбить и со всей дури отбить. Хоть как, главное, чтобы далеко полетело. Ну что ж, приступим. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Потом покатить. Два, три, четыре, пять. Все, пятый раз был. Теперь краем. Раз, два, три, четыре, пять. И херачим. Было? Ну что ж, ладно. На стоп пока не ставь, скажу слова. Суть этого вызова в том, что второе испытание пришлю вам проще. Тоже будет связано с лаптой. Ну что ж, пока. Жду косарь.